Довольно часто встречается ситуация, когда в обменном пункте отказывают в приеме старых, потертых или надорванных банкнот иностранной валюты. Порядок проведения операций с данной категорией банкнот установлен правилами организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, которые были утверждены постановлением правления Нацбанка. В правилах указано, какие банкноты считаются годными к обращению, негодными и неплатежными. Так, годные – это банкноты, которые находятся в свободном обращении и многократно используются. К основным признакам законного платежного средства относятся наличие на банкноте наименования эмиссионного банка, номера, серии, номинала, цифрами и прописью, основного рисунка лицевой и оборотной стороны, а также элементов защиты от подделки, такие как водяные знаки, магнитные метки, защитные нити, видные в ультрафиолетовых лучах конфетти. Если купюры имеют незначительные повреждения, то они признаются годными к обращению. Так допускаются небольшие потертости и загрязнения, чтобы можно было определить изображение, подклеенные или оторванные углы. Неплатежными признаются банкноты, выведенные из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующего иностранного государства. Неплатежные и негодные к обращению банкноты не могут быть использованы в качестве полноправного денежного средства и могут быть обменены на годные либо национальную валюту только в банках, оказывающих такую услугу, как инкасса. Банки не могут продать клиентам приобретенные неплатежные или негодные к обращению банкноты или принятые на инкассо. Вся необходимая информация размещена на стендах, которые установлены в каждом обменном пункте. Покупка и замена неплатежных, а также негодных к обращению банкнот осуществляется только банками второго уровня, а национальный банк принимает и осуществляет обмен негодной и неплатежной национальной валюты.